Дорогие друзья, качество арматуры Хавли и гидрантов подтверждено очень многими конечными потребителями. Ну, как говорится, хочется перейти от слов к делу. Сейчас генеральный директор компании Хавли Индустриверки Алексей Александрович более подробно расскажет, что сейчас ожидает вас, уважаемые зрители, и, собственно говоря, как вы можете увидеть своими глазами, что такое качество и надежность Хавли. Я бы хотел немножко рассказать о нашем гидранте H4. Это гидрант надземный, не подземный, как обычно. Сейчас он допущен до закрытых территорий, его можно устанавливать на заводах. И трудно представить в июле, но, например, зимой этот гидрант имеет неоспоримое преимущество, потому что его не надо искать, он торчит всегда, какой бы снежный покров у вас не был, и обеспечивает очень быстрый доступ к воде в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Но вы все смотрели американские фильмы, вы все знаете, что случается, когда сбиваются гидранты, и мы бы хотели вам продемонстрировать, что случается с гидрантом Хавли, когда на него наезжает автомобиль. Сначала, чтобы без обмана, мы бы хотели продемонстрировать, что гидрант находится в рабочем состоянии. Мой коллега, тоже Алексей, сейчас это вам продемонстрирует. Да, собственно говоря, комментирую, вы сейчас видите, как вытекает вода. То есть гидрант находится подключенный к системе водоснабжения. И следующий момент, то есть комментируя слова Алексея Александровича, произойдет наезд на этот гидрант. То есть вы своими глазами сможете увидеть. Помните, как в фильмах бывает, сбивает его столб воды вверх, 5-метровый. И, собственно говоря, сейчас посмотрим, что произойдет, когда будет наезд на этот гидрант. Да, уважаемые друзья, вот сейчас вы видели, что он был сбит, была вода, вот, собственно говоря, если вы посмотрите сюда, вода уходит, никакого столба нет, и что самое главное, никаких нет жертв. Ну, уходящая вода – это система опорожнения, которой оснащен абсолютно любой подземный, надземный гидрант Хавли. Наши гидранты всегда сухие, то есть после каждого открытия и закрытия гидранта вода автоматически опорожняется. Это защита от промерзания в зимний период и, на мой взгляд, одна из ключевых особенностей наших гидрантов. Ну что ж, мы видели блондинку на какой-то машине, которая позволила себе сбить этот гидрант. И, конечно, сейчас работники водоканала или служб предприятия должны как-то привести этот гидрант в нормальное состояние. Дадим им это сделать. Понаблюдаем, как быстро это получается. Хорошо. Болты имеют так называемое гарантированное место слома, поэтому гидрант ломается исключительно в болтах. Для того, чтобы гидрант снова был установлен, под крышкой гидранта, как вы видите, уже лежат запасные болты для установки их на положенное место. По словам, уважаемые зрители, сейчас вы видите, как произошел наезд на гидрант. И, собственно говоря, он был обесточен, то есть не произошло аварийного сброса воды в атмосферу, то есть на улицу. Собственно говоря, вот сейчас происходит замена болтов. И что самое главное, я думаю, после этого мы сможем просмотреть, как гидрант снова будет работать. Конечно. Замечательно. Thank you.
шайбу вот под собой. Уже часы стоят, секундомер, чемпионат. Да, сейчас, я так понимаю, вы продемонстрируете, что гидрант опять, да, в работе. Именно это мы сейчас продемонстрируем. Ну, дальше можно даже вот так вот делать. Замечательно, не вверх, а в бок. Да, дорогие друзья, сейчас вы своими глазами показательно видели, что значит качество, надежность и, конечно же, долговечность продуктов Хавли. Гидрант готов к эксплуатации. Спасибо вам большое за наглядный пример. Друзья, напоминаю, мы вели свой видеорепортаж с производства площадки Хавли Индустриверки в Липецкой области, город Чаплыгин. И сегодня вы своими глазами видели, что происходит, когда сбивается гидрант Хавли и как работают системы. Это одна из, кстати, я отмечу, систем. А вас дальше ждет презентация о разработках Хавли, компании, которая очень большое внимание уделяет инновациям водоснабжения. Спасибо. С вами был Игорь Улдашев. До новых встреч.